И всем привет, дорогие друзья, с вами Дёникс Чат, и сегодня мы продолжаем играть в SnowRunner. И это Северная Каролина. И это электросеть. Наконец-то мы добрались до этого контракта. Будем проходить тремя частями. Ну, тремя сериями. Потому что в одну серию явно это все не уместится. Немножко хочется немножечко растянуть, ну, немножко растянем. Сегодня мы поедем к первому блоку. Собственно, серия так и называется. Блок 1. Отвозить три металлические балки. Поедем на White Western Star. Три рейса туда-обратно. Так-то, по идее, не сложно, но надо сейчас добраться до залива Таймлайн и доехать до металлических балок. В следующей серии, думаю, поедем к этим блоку. Ну, на пару, со второго, ну, посмотрим. Ставим, будем ехать. Блок на электростанции. Добрый залив по онлайн, на котором вот здесь вот очень плохо проезжать. Надо либо как-то тут, либо как-то тут. Вот интересный стар. Это среднее соединение по трассе. Ой, среднее соединение по трассе. На этих шинах.
глупому не навернуться, не перевернуться, а спокойненько, аккуратненько доехать. Здесь немножко надо объехать эту грязь. Аккуратно, все загрязнено сразу. Там все там очень аккуратно. Тут нормально денег потратим по вот этому переправе. Ну да ладно. Главное выполнить задание. Ну, конечно, можно прицепить. Вот. Прицеп. Тут вот. По хронологии я не знаю, может проще покататься так. Посмотрим.
типа. Пускаться за рулем нельзя. Так, тут куда? Где у нас первый-то блок? Первый блок у нас вот здесь. Тут не мягко, нормально. Заносило. Правда, место, на котором на ровном месте можно много чего птичь. Мы пустые, поэтому не должны.
достаточно. Для быка можно было бы взять две, ну ладно. А ну как две-то возьму? Конечно, хер из два. Там же это, переправа. Так не сработает. Разваливаемся на ходу. Поехали. Надо будет починить. Здесь заехать сейчас. Обратно.
палочкой. Выскочила. Третий балкон. Thank you.
когда довезем третью палку, мы будем эвакуироваться на этой машине. Ставим ее на этой карте. Вот, чтобы иметь возможность потом металлические балки просто притащить в машину. Блок поставился. Сейчас мы развернемся и там оставим его на дорожке. Или не на дорожке. Давай его оставим. Тут, не в центре города. Ближе ехать до завода. Тут его оставим. И даже на заправке можно его оставить тут. Он сейчас. Так, ну что ж, первую часть закончим.
В следующей серии займемся вторым и третьим блоком. К третьему блоку подвезем металлические балки на этом Western Star и на длинном Twin Steer. То есть на длинном Twin Steer сначала поедем с равнины, заберем его это отсюда, привезем, потом этим поедем сюда, привезем, потом топливо привезем также на Twin Steer, либо наоборот. Вот. А сейчас всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.